Расскажи, что туристу обязательно нужно посмотреть в Мурманске? Необходимо съездить в Лазерские тундры, там действительно красиво. Можно посмотреть Териберку, это очень невероятно красивое место, где собирается много туристов. Самскую деревню. Приезжая туда, ты можешь почувствовать себя настоящим самом. Кольский мост. Это очень красивое место, и он очень длинный. Обязательно нужно в Мурманске посмотреть цирковое озеро в Лазерских тундрах. Это сложно, но это того стоит. Благодаря Гольфстриму похолодание в Мурманске начинается на месяц позже.